Многие наши зрители помнят, как в Советском Союзе отмечали Новый год. Всем домам, подъездам поздравляли соседи, и двери всегда были открыты. Так мне рассказывали родители. Ну, я, может быть, тебя удивлю, но когда мы только заселились в наш новый дом, у нас была такая же традиция, это нормально, и в наши дни. Оказалось, в одном из домов на Поповиче такая традиция существует. Подъезд уже украшен, причем не только в фойе, но и лестничные площадки на многих этажах. Предлагаю прямо сейчас познакомиться с жителями этого дома, как это сделала я. Отмечать Новый год всем домам, казалось бы, эта добрая традиция осталась в Советском Союзе. Но как бы не так, прямо сейчас мы находимся в необычном подъезде, который украсили сами жители этого дома. И я предлагаю с ними познакомиться, пообщаться и узнать, как они собираются отмечать Новый год. Мы когда увидели первый раз, спустили, что здесь уже украшено, стыдно. Мы обалдели, да, и стало стыдно, так что надо скорее идти за елкой. Особенно, конечно, поразил камин. А ты знаешь, из чего сделан этот камин? Из коробки картонной. Ой, какая ты молодец, все знаешь. Помогала, наверное, да? Да. Подъезд в новом многоэтажном доме на Поповиче украшен сверху донизу. На каждом этаже новогодняя атрибутика. Мне нравится украшать, ну, как бы различными вещами свою квартиру, вот, и я приняла участие в том, чтобы украсить мой подъезд. Больше всего внимания жильцы уделили фойе. Камин, картины, коробки для подарков и украшений, рождественские гирлянды и шары. Все сделано своими руками. А что вы первое украсили, квартиру свою или подъезд? Конечно, подъезд. Потому что хочется, когда входишь в дом, первое ощущение – это подъезд. Ты вошел, и уже чувствуется домашний уют, теплота. Этому месту мы уделили внимание, так как мы 31 декабря выходим все с детьми, все вместе, все соседи, со всех этажей, спускаются вниз, ставим стол. Потом пришли друзья с нижнего этажа, наши соседи. У нас здесь очень красивый вид, мы вышли на балкон, посмотрели, танцевали, пели караоке. Если у вас вечеринка и вы не знаете, как договориться с соседями о том, что может быть немного шумно, берите пример с этого дома, зовите соседей в гости.